Ее вдохновляет эстетика древнеримских статуй. Она не любит слово «диета», а еду считает инструментом. С этого началось знакомство популярного фитнес-тренера, ведущей программы «Взвешенные люди» на телеканале СТС Ирины Турчинской с ульяновцами. Автор собственной системы тренировок приехала в город на Волге с двухчасовым мастер-классом. Диалог со звездой стал кульминацией первой межрегиональной ЗОЖ-конференции «Реакшн-2018». Мы подумали, а кто мог бы в Ульяновске дать интересную информацию, вот, собственно, отраслевую? И решили, что Ирина Турчинская. Сразу несколько человек сказали, взвешенные люди, Ирина Турчинская. У нее был великолепный супруг Владимир Турчинский, динамит. Она сама большая умница и помогла тысячам россиян добиться успехов на пути к желаемой форме. Семинар состоял из двух частей. В первой фитнес-тренер с 25-летним стажем презентовала свое золотое сечение еды. Вместе с участниками посчитала идеальное количество съеденных калорий в день, поделилась собственным опытом. А также отметила, что самый главный инструмент в развитии личности – это строгая самоорганизация. Это самостоятельная работа всегда. Я могу быть только катализатором. Вот все эти знания и то желание меняться, я могу вот такую вишенку на торте дать, финальную такую каплю, которая ведет человека уже к действию. Монолог Турчинской прерывался вопросами из зала. Слушателей, большинство из которых были девушки, интересовало все. Занятия после родов, тренировки детей и подростков, взаимодействие с врачами во время похудения. Спрашивали про набор веса. Гость из столицы отвечала каждому искренне и подробно. Прозвучали вопросы и частного характера. Например, как Ирина отдыхает вопреки плотному графику и пробует ли местную, не всегда полезную кухню, когда бывает за рубежом. Я недавно была в Узбекистане, и это самая неправильная кухня на свете. Это плов, который готовится с огромным количеством и жира, и жирного мяса. Пробую всегда. Вопрос, насколько мне это понравилось. Это может быть одна ложка, это может быть целое блюдо. Во второй части мастер-класса телеведущая сменила шпильки на кроссовки, юбку на лосины, а строгую блузку на удобную майку. Говорили о физике тела и домашних тренировках. Теория тут же прикреплялась практикой. В тот день лекцию посетили 150 человек. Кто-то пришел за вдохновением, многие за знаниями, а третьи оказались фанатами самой Ирины. Пришла на мероприятие, потому что я за всеми трендами слежу и стараюсь не пропускать никакой информации об этом. И, естественно, я пришла за какими-то новыми идеями, за вдохновением. И очень сложно, на самом деле, в теме ЗОЖ найти правильный какой-то путь, который действительно верный. Интересная вообще программа, которая собрала интересных людей. С удовольствием пришла. Что мне очень понравилось? Во-первых, подача материала. Она очень живо и интересно общается с залом. Мне понравилось то, что я услышала. Как бы это прописные истины, но они преподнесены так, что это действительно как-то откладывается на подкорке моего мозга. Самому преданному слушателю лекции телеведущая «Взвешенных людей» подарила собственную книгу. Остальным на память устроила автограф-сессию. Рената Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.